Теперь поймем, какое же, собственно говоря, тождество для уже не возрастающих степеней, а для обычных степеней. Можем ли мы что-то из нашей сегодняшней науки получить для обычных степеней? Давайте посмотрим. Вот у нас результат это вот это равенство, правда? Но все остальное это какие-то пояснения, доказательства и так далее. Реальный результат это вот это равенство. Давайте попытаемся при помощи этого равенства все-таки найти, например, сумму квадратов. Мы, конечно, по индукции уже нашли, но, может быть, сейчас будет лучше. Вот смотрите, что я знаю и что я сейчас должен узнать. Я знаю вот эти две строчки, правильно? То есть я знаю, что 1 плюс 2 и так далее плюс n, это n, n, все не пополам. И я знаю, что 1 плюс 2, 2 плюс 3 и так далее, n, n плюс 1, это n умножить на n плюс 1, n плюс 2, 1 плюс 2. А хочу сумму квадратов. Давайте их сложим. Ну, сложим это зря, но почти. Какая еще бывает операция, если сложение... А? Конечно, вычтем. Надо из вот этой строки вычесть это. Господа, если вы k умножаете на k плюс 1 и из этого вычитаете k, то замечательным образом у вас получается k. Логично? Логично. И значит, если вы это суммируете от одного до n, и здесь суммируете от одного, то и здесь будет суммироваться. Значит, получается, что сумма квадратов, где k пробегает значение от 1 до n, это замечательно простая вещь. Это надо k на k плюс 1 просуммировать и вычесть из этого сумму чисел k. А и для того у нас есть формула. Давайте вспоминаем. Значит, это будет у нас n, n плюс 1, n плюс 2 делить на 3, минус n на n плюс 1 пополам. Ну, отлично. N и n плюс 1 выносятся. Давайте 6 напишу. И что у нас там остается? Здесь остается n плюс 2 умножить на 2, то есть 2n плюс 4, да? А здесь остается минус 3. Так, ребята, это же стандартная формула. N умножить на n плюс 1 умножить на 2n плюс 1 и разделить на 6. Это просто формула для суммы квадратов. Так, очевидно? А с кубами что будем делать? Итак, то же самое. Только то из третьей строчки. Только через какие многочлены надо будет выражать? K умножить на k плюс 1 умножить на k плюс 2. K умножить на k плюс 1. И само число k. Так? Так. Ну вот я в этот момент, на самом деле, чуть-чуть, чисто из педагогических целей, остановлюсь и скажу вам такую штуку, господа. Я не хочу говорить про знак минус. Я сейчас хочу вот что сделать. Значит, я хочу чуть-чуть изменить вот этот рассказ и перейти от возрастающих степеней к убывающим. Давайте не будем говорить про k плюс 1, k плюс 2. А давайте скажем вот о чем. K умножить на k минус 1 умножить на k минус 2. K умножить на k минус 1 и k. Дело в том, что многочлен k в кубе выразить через эти очень легко именно комбинаторным образом. То есть алгебраически, конечно, тоже можно, но можно и комбинаторно. И, кстати, для квадратов тоже. Смотрите, что для квадратов. K в квадрате – это есть K умножить на K минус 1 плюс K. Согласны? Ну, на самом деле, такую сумму считать
почти что то же самое, что считать плюсом. Давайте поймем, собственно говоря, чем отличается. Вот когда вы будете брать не с плюсом, а с минусом, то у вас вот здесь вот первое слагаемое превратится в 0, потом у вас будет 2 умножить на 1, потом 3 на 2, понимаете, да? Потом n на n минус 1. А согласитесь, что это не сильно отличается. Вот если писать убывающие степени, вот здесь написано возрастающие, а если писать убывающие, что будет? Здесь будет 1 на 0, да? Здесь будет 2 на 1, здесь 3 на 2, здесь n на n минус 1. То есть это будет всего на... И на самом деле, n. Ребята, это же фактически вот эта сумма, только не для n, а для n минус 1. Понятно? А мы ее знаем. Для этого достаточно просто здесь вот взять и написать n минус 1 вместо n. 1 в убывающей третьей степени, 2 в убывающей третьей, 3 в убывающей третьей и 4 в убывающей третьей. Да? Это что такое? Это 1 на 0 на минус 1, 2 на 1 на 0, 3 на 2 на 1 и 4 на 3 на 2. Так, замечательно. Замечательно. 1жды 2жды 3 плюс 2жды 3жды 4. Так? Да или нет? Uh-huh. Да. Теперь надо понять... Вот если у нас здесь стоит число n, а здесь убывающая st степень, какое число будет стоять здесь? Насколько я понимаю, когда у нас есть, значит, убывающая st степень, то это n умножить на n минус 1, на n минус 2 и так далее, на n минус s плюс 1, правда? Значит, вот это вот число, это и есть n минус s плюс 1. Так? Угу. Так. А по нашей формуле надо было вот то самое число n возводить в s плюс 1. Значит, я имею такое равенство. Сумма, когда мы берем убывающую s степень, k бегает от единицы до n, это есть... Смотрите, вот это вот число n минус s плюс 1 в возрастающий s плюс 1 делить на s плюс 1. Отлично. Теперь осталось понять, как это записать через убывающую. Значит, это будет n плюс 1 в убывающей s плюс 1 степени разделить на s плюс 1. Отлично. Я сумел вам переписать через убывающие степени сумму убывающих степеней. Зачем я это сделал? Потому что у нас с вами можно очень легко и красиво выразить степень через убывающие степени. Пожалуйста, подумайте. Как только вы мне объясните, как вот это отражается, как через вот это, мы с вами сразу, ну и вообще, как в степени S отражается. Вы помните, что такое числа Стирлинга для подмножеств? У нас было в самом начале курса. Ну хорошо, бог с ними, с числами Стирлинга, просто комбинаторно понять, что это. Или, кстати, вот это понять комбинаторно, уже хорошо. Это ложки в стакан, чтобы ни один стакан не был пустой. Поэтому, да. Да-да-да, вы правильно вспоминаете. Ложки, стаканы. Это там в самом начале была такая замечательная задача. Понимаете ли вы, что это такое? Что такое k в квадрате? K в квадрате. Это количество чего? Это количество клеточек в квадрате размером k на k. Угу. А что такое у него k? Это диагональ. А что такое k умножить на k минус 1? Это количество клеток, не лежащих на диагонали. Замечательно. А что такое k в кубе? Это куб. Это количество единичных кубиков, из которых состоит куб размером k на k на k. Получается k на k минус 1 на k минус 2.
Вот что это такое? Это количество... Сейчас. Это кубики, у которых все три координаты разные. Вот смотрите, мы можем пронумеровать абсциссу 1, 2 и так далеко. Ординату 1, 2 и так далеко. И апрекату 1, 2 и так далеко. Да? И у каждого кубика будет тогда набор из трех чисел. Это три числа x, y, z. При этом, заметьте, пожалуйста, эти числа пробегают значения от единицы до k, независимо друг от друга. Понятно? Какие есть варианты? Есть вариант, что x равно y равно z. Это в каком-то смысле диагональ. Понимаете? X равно y равно z — это вот такая главная диагональ кубов. Да. А еще бывает, что все разные. Тогда в качестве x можно взять любое число, в качестве y любое неравное этому, а в качестве z любое неравное x, y. Их ровно столько. А что такое вот это? Когда два равны. Когда два равны, а третий не равно. А вот теперь очень важно. Когда у меня есть три пальца, то могут быть эти равны, а это не равно. Могут быть эти не равны. Понимаете? Угу. Значит, с каким коэффициентом это пойдет? Три. А вот теперь, господа, будьте добры проверить вот это равенство. Давайте я его просто напишу в виде такой строчки. А вы вспомните свои школьные умения, раскройте скобки. В общем, прекрасно. Плюс 3 умножить на k умножить на k минус 1. Плюс k умножить на k минус 1 на k минус 2. Это k в кубе. Пожалуйста, проверяйте. Да, кстати, все понимают, как это быстро проверять. Когда у вас есть два многочлена, не обязательно вскрывать скобку. Можно проверить в нескольких точках. В данном случае, если многочлен третьей степени, в скольких точках достаточно проверить? В трех? В четырех, конечно. А-а-а. Параболу в трех, прямую в двух, в четырех точках. Да и то, кстати, здесь видно, что коэффициент при k в кубе один и тот же, поэтому k в кубе очевидно, поэтому достаточно в трех. Какие три точки здесь легко взять? Ну, 0, 1, 2. Если вы берете 0 вместо k, то очевидно, здесь были все и там. Если берете 1 вместо k, то вот это нули, здесь 1 и там 1. Двойку берете вместо k, здесь будет 2 плюс 6 равно 8. Правда? Понятно, да? Все, это верное равенство. А теперь давайте быстро из этого сумеем кубы просуммировать. Элементарно. Сумма кубов. Да? Это не правда, что я написал. А пробегает значение от единицы до n. Это есть. Сумма чисел k, ну, видите, суммирование везде то же самое, да? Плюс 3 суммы k на k минус 1 и плюс сумма k на k минус 1 на k минус 2. А мы же специально для убывающих степеней все выписывали. Значит, здесь у нас будет, тут хоть убывающий, хоть возрастающий, одно и то же. Итак, смотрим теперь на те формулы. Там будет n плюс 1 в убывающей третьей степени. Это что такое? Это n плюс 1 на n на n минус 1 на... Я выношу n на n плюс 1 пополам. И в скобке будет единица плюс 2 раза n минус 1. Потому что здесь двойку я вынес. А здесь она должна быть. И плюс здесь n минус 1 на n минус 2 и пополам. Это и есть та самая формула, которая у нас уже была. N умножить на n плюс 1 пополам, и все это в квадрате. Так, уговорил? Да. Замечательно. А вот теперь нужно сделать то же самое. Сначала для четверки, а потом для любого. То есть, сначала упражнение. K в четвертой степени выразите через убывающие степени. Понятно? Это легко?
только там разговор о четырехмерном кубе. То есть у нас есть четыре координаты. Да? Раньше были три координаты, а теперь четыре. Начинаю писать. Ка в четвертых. Что такое ка в четвертых? Какие будут слагаемые? К на К минус 1. К на К минус 1 на К минус 2. И вот это. Да? К на К минус 1. К минус 2. К минус 3. С какими коэффициентами? И вообще, про что здесь комбинаторно идет разговор? Про наборы из четырех чисел. Какие наборы из четырех чисел? Правильно? Числа x, y, z, d от единицы до l. Так? Угу. Замечательно. Сколько этих наборов всего? Ой, единственное, я здесь написал n, а тут k. Можно здесь k написать? Наборы из четырех чисел. X, Y, Z, D от единицы до K. Сколько всего таких наборов? X пробегает значение от 1 до K. Y от 1 до K. Z от 1 до K. T от 1 до K. Сколько всего? K. K в четвертой степени. Отлично. Значит, вот у меня всего K в четвертой степени. Отлично. А теперь, что это за типы? И с какими коэффициентами они пойдут? Здесь будет какой коэффициент? Один, конечно. Здесь будет коэффициент 1. Потому что это когда x, y, z, d не равны друг другу. А здесь какой будет коэффициент? 4. Тоже 1. Потому что это наоборот, когда x, y, z, d равны. А вот как они могут быть равны? Ну, просто вот равны и все. Да? Один вариант. А здесь что такое? Второе. А вот не 3. Раз, как могут выглядеть числа, если среди них только два разных? Там хитрые варианты. Смотрите внимание. Там либо одно число, а три остальные равны. Угу. Таких вариантов сколько? Четыре. Четыре, потому что одно число это x и y. Да? Либо еще такой вариант. Два равны. Два. И другие два равны. Понимаете? Угу. Так какой здесь коэффициент будет? Вот четыре объекта, как их можно разбить на пары? Вот один способ. Или другой способ. Это четыре способа. Сколькими способами можно разбить на пары четыре объекта? Тремя, конечно. Как? Почему? Ну как вот тут? Либо одно и к одному, либо от... Так какой здесь будет коэффициент? Семь. Здесь будет коэффициент 7, здесь будет коэффициент 1, и здесь будет такой коэффициент. Когда три типа? Нет, не 4, а 3. Почему не 4? Сколькими способами вот, можно из четырех чисел выбрать два числа? Вот эти будут равны, а это будут другие. Выбрать два числа из четырех. Сколько способов? Шесть. Ребята, возникает гипотеза. Вот если так вот написать, должно получиться множество. Пожалуйста, быстро проверьте это. Для чисел, так, до скольки надо проверять? От нуля до трех, это уже будет четыре числа, да? Это легко проверить. Но здесь у нас степень четвертая, ну, поэтому, многочлен, здесь коэффициент четвертой степени единица, да, достаточно нуля до трех. Просто проверьте, подставьте быстро 0, что тогда будет? Здесь будет везде 0. Единицу подставьте, что будет? Будет здесь 1, и там тоже, как в четвертой тоже. Двойку подставьте. Что у нас там будет? А? Ну как, дважды один, да? И здесь два. Два плюс 14, 16. Отлично, тройку подставьте, проверьте. Работает? Зависит от
замечательно. Если работает, это очень хорошо. Тогда есть надежда, господа, написать вот это тождество в терминах чисел Стирлинга. Вспоминайте, пожалуйста, 7 – это число Стирлинга из 4. Поскольку? Сколько мешочков мы здесь раскладывали числа x, y, z и t? В 2, конечно. 7 – это число Стирлинга из 4 порта. Так, а единица? Из 4 по 4. Нет, по одному. По одному. Потому что мы здесь все x, y, z и t, они все должны быть одинаковыми. В один мешок это все должны быть одинаковыми. Угу. Так, а здесь? Из 4 по 3. По 3. А здесь? Из 4 по 4. Из 4 по 4. Отлично. Можете ли вы мне теперь сказать, как будет выглядеть в общей форме? Для любого натурального числа s. k в степени s это? Это что такое? Через числа Стирлинга и через убывающие степени. Получается, это число Стирлинга из s по одному, убивающее число Стирлинга из s по двум, и так до s по s. Конечно. Абсолютно. Давайте это аккуратно напишем. Значит, я уже могу, наверное, стирать вот это, да? Потому что для 4 считается, что уже все поняли. Вот. И смотрите, какую замечательную форму я пишу. K в степени S, да? Где S – натуральное число, это важно. Потому что иначе там никакое количество не будет взять. Это есть сумма число Стирлинга из S по M, да? Угу. Дальше что m идет? Натуральное число от m пробегает значение от единицы до s. Так. А дальше k в какой степени? K в убывающей m степени. Здесь степень обычная, а здесь степень убывающая. Все понятно? Да. Все понятно. Отлично. Так мы же умеем суммировать убывающие степени. Умеем? Да. У нас здесь формула. Значит, если я вот эту формулу возьму, так, я все лично уберу, но еще уже. Если я эту формулу возьму и просуммирую, то я получаю потрясающую штуку. Я здесь вот добавляю суммирование. Пожалуйста, все запишите обратно. Значит, вот это я суммирую. Сумма по k от единицы до n. Сочувствую всем, у кого нет зонтиков. Вот, очень сочувствую. Вот, на следующий случай у меня зонтика нет, поэтому я уже предвкушаю. Если этот дождь до 8 вечера не кончится, будет очень интересно идти домой. Надеюсь, что все-таки кончится. Итак, все понимают? Это есть сумма чего? K пробегает значение от единицы до n, m пробегает значение от единицы до s. Число Стирлинга из s по m умножить на k убывающей m степени. Теперь давайте значит, запишем, что это есть сумма по m от единицы до s. Значит, число Стирлинга никуда не делось. Число Стирлинга из s по m. Так, теперь убывающей степени. Только надо единственное сюда вместо s написать m. Это будет n плюс 1. В степени убывающая m плюс 1 разделить на m плюс 1.
Вот мы написали явный вид для суммы эстых степеней через числа Стерлинга для подножества. Это не единственный способ написать сумму степеней, и даже не самый, что называется, общепринятый в науке. Потому что вообще эту тему принято рассказывая о числах Бернуля. Это мы потом обязательно сделаем, это отдельный рассказ, отдельный серьезный рассказ, это совсем другое, никак не связано с числами Стерлинга. Вот, это связано с разложением функции e в степени x. Помните, было такое? 1 плюс x плюс x квадрат пополам, так называемый экспонент. Вот если там тот ряд написать, то очень быстро можно получить формулу, совсем другую, для этих самых эстных степеней. Вот, меня сейчас волнует другое. Давайте сделаем несколько простых упражнений. А именно, вот вы видите вот эту формулу для куба. Ну или для четвертой степени, то же самое. Мы выразили k в кубе через убывающую степень. Вопрос. А насколько важно было, помните, я здесь в какой-то момент рассказе сказал, что, ребят, а вот давайте не будем смотреть на это, а давайте посмотрим на это. Было такое? Вопрос, насколько это математически важно? То есть педагогически мне просто приятно, это я понимаю. А существует ли формула, которая легко сказка, надо смотреть сюда, видите? Мы сумели выразить k в кубе через убывающие степени. Более того, выразили мы это комбинаторно. То есть вы поняли, что там важны числа Стерлинга для подмножества. Так? Было такое? Было вопрос. А можно ли теперь выразить через вот эти штуки? Подсказка. Для квадрата чувствуется, что что-то было близкое. Помните, как там было? K в квадрате плюс k, ну это возрастающая вторая степень, минус k. Было такое? Или убывающая вторая степень. K в квадрате минус k. Плюс k – это опять k в квадрате, так? Значит, что-то очень похожее. Вопрос, а для куба или для четвертой степени, это самое похожее, можно сделать? Представьте себе, что вы идете по улице просто пешком. Как выглядит, номера домов? Скажем, идете по четной стороне улицы, да? 6, 8, 10, согласны? Отлично. Ну вот дошли вы там до конца улицы, сделали, что хотели, пошли назад. А что теперь будет? Ну, в обратную сторону. В другой стороне улицы. Да. Что надо сделать, чтобы возрастающая степень изменилась на убывающую? Вы правильно сказали? Ну, прибавить к числу. Пойти в обратную сторону. Что такое пойти в обратную сторону? 8, 6, 4, 2. Я понимаю. А в нашем случае? Что в математике делают, когда надо пойти в обратную сторону? Понятие? Положительное направление оси абсцисса. И отрицательное. Вот как перейти от движения вправо к движению влево? Умножить на минус 1. Правильно. А кого надо умножить на минус 1? Улицу, по которой идем. Кого-кого? Улицу, по которой идем. Улица не любит, чтобы ее умножали на минус 1. Она не поймет, что это такое. Правда? Ну вот в данной форме, пусть не с домами, в данной форме что надо сделать? Если у вас есть какое-то равенство, многочлен равен многочлену, то даже если вы это равенство доказали только для натуральных чисел, оно верно для всех. Это, между прочим, в математике очень часто используется. Есть такая замечательная наука, теория функций комплексной переменной.
Там это будет очень-очень много, когда будете учить, очень много раз это будет использоваться. Если какая-то формула верна в достаточно большом количестве точек, то она верна везде. Не бывает, что многочлен, значит, равнялся другому, а потом вдруг раз и перестал равняться. Понятно? Угу. Значит, что вы можете подставить вместо k? Минус k. Минус k. Конечно. Если равенство было верно для любого k, то оно же будет верно и для минус k. Поехали. Вставляем прямо сюда. Минус k плюс 3 умножить на минус k минус k минус 1 плюс минус k умножить на минус k минус 1 на минус k минус 2, это будет минус k. Согласны? А теперь внимание. А давайте-ка мы это равенство все умножим на минус 1. Здесь получится k. Здесь k на k плюс 1. Только вот здесь она была образ с минусом, я умножил на минус, поэтому здесь будет минус. А здесь 3 минуса еще, поэтому будет плюс. Плюс k умножить на k плюс 1 умножить на k плюс 2. И это будет k в кубе. Господа, оказывается, формула отличается только в одном месте знака. Понимаете? Замечательно. А что будет, когда будет k в четвертой? Вместо k подставим минус. И мы получим такую штуку. Значит, k в четвертой это есть. Здесь уже будет минус k, по-моему. Потому что минус k мы подставили, да? Здесь будет минус k. Потом будет 7k умножить на k минус 1 с плюсом. Потом будет с минусом 6k умножить на k плюс 1 на k плюс 2. И с плюсом k умножить на k плюс 1, на k плюс 2, на k плюс 3. Вот в этом месте я должен немножко покаяться. Я не умею объяснять вот эту комбинатуру. Я не знаю, можно это или нет, я не умею. То есть вот то равенство с числами Стирлинга, вот, которое на левой доске, оно очевидное, все замечательно. Здесь, собственно, числа Стирлинга остались те же самые. Но объяснить комбинаторно я это уже не могу. Вот, собственно, поэтому я и попросил сначала, так сказать, для убывающих. Вот. Но, с другой стороны, вот, просили возрастающие степени, вот, пожалуйста, мы выразили степень через возрастающие степени. Правда, коэффициенты там чередуются плюсы и минусы. А у вас там, где 7k на k плюс 1, это минус? Что-что? У вас там k на... Здесь плюс. Нет. Здесь плюс, здесь все хорошо. Нет, чуть-чуть. Здесь минус. Сколько? А? Сколько? Здесь. А, здесь плюс, конечно, спасибо. Здесь, конечно, плюс. Нет, возрастающий.